Детские прически и укладка для девочек на длинные волосы. Предположим, ваша малышка сумела вырастить роскошные волосы до пояса. Подбирая для нее укладку, учитывайте следующие факторы: быстрота, удобство, оригинальность. Оригинальная укладка требует навыки плетения кос. Для этого можно освоить новые техники, которые актуальны в современной моде. Согласитесь, что маленькие девочки с косичками выглядят мило и стильно. Предлагаем вам рассмотреть варианты техник плетения, которые, безусловно, понравятся вашей девочке. Косичка-колосок, французские косы, косички из трех и более прядей. Чтобы сделать оригинальную укладку, можно сделать два хвостика и заплести ровные косички. Затем зафиксировать их резинками и невидимкой. Украсьте ее всевозможными аксессуарами, которые сегодня продаются в широком ассортименте. А как вам нравится следующий вариант укладки? Расчешите локоны и соберите их в высокий хвост. Отделите по центру небольшую прядь и заплетите косичкой. Можно использовать обычную классическую технику или более оригинальную. Внизу зафиксируйте красивой резинкой вместе с хвостом. Следующий вариант укладки не является новым, тем не менее очень удобный. У висков отделите две неширокие пряди, которые следует заплести обыкновенной косичкой или жгутом. Соедините их с остальными волосами и доплетите косу до низу. Видите, как оригинально получается? Сейчас украсьте хвост косичку внизу красивым бантиком. Если хотите сделать такую укладку более оригинально, то для плетения косичек можно использовать более изысканную технику. Сейчас вы можете ознакомиться с вариантами укладок, созданных на основе плетения. Они смогут сделать вашу юную леди очаровательной, милой и в то же время стильной. Видео прически на длинные волосы. Аккуратно уложенные волосы придают девочкам уверенность и воспитывают такие качества, как элегантность и женственность. Видео, как уложить длинные волосы в греческом стиле. Детские прически и укладка для девочки на короткие волосы. На коротенькие волосы дошкольниц существует много оригинальных укладок, которые идеально подходят для детского сада и утренников. Сегодня парикмахеры-стилисты разработали много интересных видов стрижки, которые не только оригинально смотрятся, но и являются практичными и удобными. Почти всем девочкам подходит оригинальная и стильная стрижка Эмобой. Она представляет собой коротко подстриженные волосы сзади и чуть длиннее спереди. Такую стрижку можно немного разнообразить. Например, отрезать длинную челку на бок или же оставить одну сторону короче. Чтобы удачно подчеркнуть ту или иную стрижку, стоит воспользоваться оригинальными украшениями для волос в виде разноцветных обручей, крабиков, бантиков, заколок. К выполнению этой задачи нужно подходить творчески, что придаст вашей малышке особый шарм и некую изюминку ее облику. Видео, креативная стрижка для девочек на короткие волосы. Детские прически на средние волосы. Золотая серединка – это волосы средней длины. Многие мамы жалуются, что с такой длиной волос трудно справиться при укладке. Хочется заплести косы, а длина не позволяет их правильно уложить. А если оставить распущенными, что очень красиво, то девочки они будут мешать во время активных игр на детской площадке и занятий в школе. Тем не менее, существует масса вариантов, которые позволят правильно и стильно уложить волосы. Для этого достаточно рассмотреть такие укладки, как водопад, французская коса, волосы, собранные в афинку, хвост принцессы Жасмин. Юным модницам, которые обладают волосами средней длины, стилисты предлагают много вариантов укладки, в которых могут сочетаться элементы плетения, собранные волосы или не спадающие локоны. А как интересно и красиво смотрится на девочках озорной хвостик. И если украсить его бантиком или немного подкрутить концы, то такая укладка сразу преобразуется в праздничную, с которой малышка может смело отправляться на утренник в детский сад. Еще один интересный вариант укладки – розочки, пучки, жгуты и косы. Если совместить все это в одну укладку и дополнить разноцветными резинками, то в результате можно получить весьма интересный результат. Если затрагивать вопрос о том, какие стрижки наиболее актуальны для средних волос, то, несомненно, нужно упомянуть о стрижке боб. Это идеальная стрижка без чулки с удлиненным впереди прядями. Идеально смотрится боб с боковым или зигзагообразным пробором. Для девочек со средними волосами существует также много интересных вариантов укладок, которые прекрасно подходят и для повседневной жизни, и для праздника. Видео «Детские прически для девочек». Если ваша принцесса предпочитает локоны, то следует ей оригинально завить кудряшки.
Но для этой цели лучше использовать бигуди, а не плойки. При этом хочется вам напомнить один интересный вариант наших бабушек – ленточки. В былые времена для этой цели использовали ленточки, нарезанные из марли или куска полотна. Длина ленточек 10 см, волосы нужно немного увлажнить и накрутить их вовнутрь и завязать бантиком узелок с такими самодельными бигудями вашей маленькой принцессе будет удобно спать. Они не будут давить голову во время ночного отдыха, а утром она получит тот результат, который хотела видеть накануне, очаровательные локоны кудряшки. Украсьте их красивыми бантиками или ободком, закрутите жгутиком сзади, соберите пряди у висков, словом, вариантов много видео. Оригинальные детские прически для девочек на все случаи жизни – прекрасный вариант, классический или вывернутый хвост. Интересный романтический вариант укладки можно сделать из высокого хвостика. Соберите его на затылочной части головы, разделите на две ровные пряди и заплетите косички или же скрутите их жгутиком. Аккуратно уложите малышке в форме сердечка и украсьте бантиком или оригинальными заколками. Для повседневной прически хорошо подходят хвостики на уровне ушей. Их вы тоже можете закрутить в баранку и зафиксировать заколкой. Такая прическа идеально подходит как воспитанникам детского сада, так и школьницам младших классов путем правильного разделения. Пряди из хвостиков получается изумительно красивая праздничная укладка. Для этого вам нужно разделить волосы пробором и заплести много хвостиков. Затем соедините их путем перекрещивания, которое образует на головке маленькой леди интересное плетение. Такие хвостики можно соединить на макушке красивым бантиком или же оставить немного волос в распущенном виде. Детские прически на кудрявые волосы на кудрявые волосы. Если у вашей дочурки кудрявые волосы от природы, то для их укладки нужно использовать те продукты, которые будут поддерживать их структуру и подчеркивать естественную красоту природы. Очень красиво смотрятся кудрявые волосы в распущенном виде, украшенные оригинальными заколками или обручами. Кудрявые волосы можно собрать в высокий хвост и аккуратно уложить локоны. На кудрявых волосах оригинально смотрится асимметричный удлиненный боб, который придает юным леди стильный вид. Предлагаем ознакомиться с вариантами укладки кудрявых волос для девочек. Детские средства для укладки волос. Для укладки волос девочкам мамы всегда стараются выбирать только средства природного происхождения, дабы не навредить здоровью молодого организма и формированию структуры волос. В составе таких средств присутствуют концентраты кактуса, алоэ вера, мята и других растений, которые делают волосы здоровыми и послушными. Кроме этого, для укладки детских волос можно использовать инородные средства, например, вода с сахаром или безалкогольное пиво. Не нужно бояться, что пиво придаст волосам неприятный запах. А волосам такие средства могут принести много пользы. В качестве лака рекомендуют использовать разбавленный водой сок лимона, а отвар льняного семени отлично заменит гель для волос. Прически на выпускной, детский сад, длинные волосы. Ну, вот, наконец и наступил тот день, когда ваша юная леди будет прощаться с детским садиком, в котором она провела много счастливых минут. На своем первом выпускном она должна выглядеть по-особому красиво и элегантно, поэтому первым делом нужно хорошо подумать о прическе. Вы можете отвезти принцессу к мастеру в салон красоты, который вам посоветует, какая прическа будет выглядеть наиболее выгодно в вашем случае и подчеркнет ее красивый выпускной наряд. Видео: детская вечерняя прическа на длинных волосах, красиво смотрятся всевозможные локоны, классические косички и жгуты, с которыми можно экспериментировать и получить желаемый результат. Мы предлагаем мастер-класс укладки бабочка для тех мам, которые решили самостоятельно справиться с этой задачей. Видео: укладка бабочка, бантик. Ваша маленькая леди-выпускница, и она хочет выглядеть настоящей принцессой. Для этого можно украсить ее прическу диадемой. Видео: простая прическа для детских утренников. Кроме диадемы, волосы можно украсить бисером или бусинами-шпильками. Со стразами, цветами и бусинами, лентами или золотыми и серебряными нитями, зажимами, заколками и крабиками отнеситесь к первому выпускному своей красавицы ответственно и с учетом ее пожеланий. Сделайте все для того, чтобы ее праздник стал ярким воспоминанием с детства. Прически на выпускной, детский сад, короткие волосы. Если делать прическу на выпускной в детский сад с любовью, то она будет смотреться неотразимо на волосах любой длины коротеньким. Волосам можно придать объем легким начесом или же немного их завить бигудями.
Красиво украсит оригинальную укладку бант, заколки, разноцветные ободки и диадемы. Если же длина волос позволяет, то можно разнообразить прическу оригинальными плетениями, колосками, жгутами и закрепить их красивыми заколками. Ознакомьтесь с вариантами укладок, которые, безусловно, понравятся вашей юной леди. Прически и укладка волос для мальчиков на прямые и кудрявые волосы уже вошли в историю те времена, когда на головах мальчиков красовались одинаковые стрижки. В наше время над созданием оригинальных причесок и укладок для мальчиков работают стилисты всего мира. Прическа для мальчика должна подчеркивать его индивидуальность. Поэтому нужно правильно подбирать для каждого из них подходящий образ, исходя из его характера, возраста, а также формы головы и овала лица. Мальчикам до двухлетнего возраста целесообразнее подбирать красивые и короткие стрижки с окантовкой, которые придают внешнему виду аккуратность и ухоженность. Для того, чтобы придать стрижке более праздничный вид, то волосы можно моделировать гелем. Например, стрижка с челкой. В этом случае можно вытянуть челку немного вперед, а остальные волосы взъерошить. Классический вариант укладки волос – шапочка. Уже несколько лет подряд остаются популярными среди мальчиков. В этом случае пряди челки имеют длину точно такую же, как и остальные волосы. Поэтому для укладки можно подбирать несколько вариантов.